Родину любить, верно родине служить. Это священное понятие знает и помнит наизусть каждый военный. Сегодня среди присягнувших Кирилл Титов. Парень учился в лицее имени Махжана Жумабаева, а уже сейчас готовится принести клятву на верность государству. С 15 июля мы занимались на полигоне, у нас проходили отборы, выбирали самых сильных и мощных. На сегодняшний день, 7 сентября, и у нас важный день, это присяга. Мы отдаем честь своей родине, и я считаю, что долг каждого мужчины отдать честь своей родине. Благодарен родителям, благодарен также родителям своих курсантов за то, что они пришли поддержать их. У нас очень дружный коллектив, несмотря на то, что мы вместе всего месяц, и никто совсем не знал друг друга. Приехали все с разных регионов Казахстана. Мы уже сплотились, стали одной командой. Торжественное принятие военной присяги – это воинский ритуал, который передался от старшего поколения. Это клятва на верность родине, исполнение которой составляет смысл и цель предстоящей воинской службы. В Академии национальной гвардии Казахстана сегодня принимают курсанты военную присягу. Это очень давняя традиция, которую непосредственно каждый гражданин, каждый патриот Казахстана непосредственно должен быть преданным к своему семье, к своему родине, к своей земле, к своему государству. Исходя из этого, это принятие военной присяги означает то, что каждый гражданин принимает и доказывает то, что он патриот, настоящий патриот своей родины. Стоит отметить, что поддержать военнослужащих пришли и гости. Это родители и ветераны, которые дали молодым бойцам напутственные слова. Адилия Кушекова, Гульжан Андагулова, Анатолий Белонок, служба новостей.